По благословению настоятеля храма Рождества Христова и духовника Русской Православной Школы протоиерея Александра Игнатова состоялась речная прогулка для воспитанников православной школы. В солнечный и ясный день учащиеся школы собрались на причале. И, как полагается, всякое благое дело начинать с молитвы, перед отправлением был отслужен молебен. Но эта прогулка началась не просто с молитвы, а с освящения корабля по просьбе капитана судна. По окончании молебна ребята заняли свои места, и корабль отправился в путь. Что может быть увлекательнее настоящего путешествия на двухпалубном прогулочном теплоходе? Во время прогулки ребята смогли не только увидеть свой любимый город со стороны реки, почувствовать легкий речной бриз, но и полюбоваться красотами родного края, 85-летие со дня образования которого отмечается в этом году. Была проведена экскурсия о Краснодарском крае, о его достопримечательностях. Все увидели рождественский храм со стороны реки Кубань. И здесь теплоход сделал разворот и отправился к причалу. Дорогие наши воспитанники Русской Православной Школы, чтобы день остался в вашей жизни надолго, чтобы вы вспоминали это радостное путешествие, трудные минуты жизни вашей. А самое главное, чтобы вы старались хорошо учиться, слушать своих родителей и своих наставников, учителей. Поздравляю всех вас с праздником, с прекрасным путешествием. И храни всех вас Господь наш Иисус Христос, которому слава во веки веков. Аминь. Как важно воспитывать в душе каждого ребенка любознательность, чувство красоты, чувство любви и привязанности к своей семье, к родному дому, своей малой родине. Ну что, ребят, понравилось вам путешествие? Все, поплывете?